Всем привет, друзья! Вы на канале Cool Games, и вы давно просили меня поиграть в какой-нибудь хоррор. Ну вот вам, пожалуйста, Гренни 3. Сегодня мы попробуем сбежать оттуда, из этого сумасшедшего дома, где живет сама бабуля Гренни, сбитой, дедуля Гренни, я не знаю, как его назвать, двухстволка, это настоящий терминатор, и их дочь, насколько я понимаю, которая больше всего меня здесь будет пугать. Я пришел... Ну, конечно же, ночью, как когда же еще приходить? И здесь какой-то стрёмненький, страшненький дом. Все хорошо. Дверь закрылась. Ну, ладно, бывает, возможно, доводчик стоит, да? Welcome, да. Добро пожаловать, пожалуйста, заходи, гость дорогой. Опа! Терминатор сзади стоит! Че ты такой опасный? А че сразу стреляешь-то? Итак, ребятки, вот моя комнатка, в которой я могу жить всю жизнь. Но я не хочу. Кстати, ребят, я так и не сказал. А вы заметили изменения какие-то? Напишите в комментариях, вот-вот-вот, посмотрите на меня и напишите, есть какие-то изменения. Вы что-то заметили или нет? Все, у меня есть отмычка. Поехали открывать. Так, вот здесь что-то вообще непонятное. Два сосуда с водой. Смотрите, две вазочки и какой-то ключ. Мне нужно это найти. Здесь мне нужен какой-то жетончик. Тикет. Билетик. И вот, смотрите, это метро. У них есть свое метро с вагончиком. Вот-вот он... А, это... Вот, он, когда меня видит, начинает как паровоз гудеть, и бабуля может прийти. Но я поставил самую легкую сложность, изи. Смотрите, вот вагончик, я так понимаю, здесь что-то нужно, чтобы заработало. Сенсор какой-то. Короче, все. Опа, щиток. О, электричество. У нас не хватает одной ручки. Тише, тише, паровоз. Сейчас придут же эти ребята. Уже, наверное, идут. Уже дубина эта красная. Я знаю, что здесь можно прятаться вот куда-нибудь сюда. Кстати, на кассе нету никаких билетиков, нету. Все, ждем, пока бабуля уйдет. Это изи, сложность, поэтому она должна быстро, по идее, уйти. Хочется, конечно, глаз... Нет, нет, мне хана. Бабуля, она... я не вижу. Все, ты меня тоже, значит, не видишь. Ну, я тут никуда не могу деться. Короче, я вот так сразу уже и попался бабуле. Нужно быть поаккуратнее. День два. Какая-то ручка от чего-то. Как будто от какого-то сейфа. Это же этот идет! Терминатор! Я... Давай, закрываемся. Ушел или нет? Ушел. Давай возьмем эту ручку. И валим отсюда из этого подвала. Патроны. Ну, это для дробаша. У меня нет дробаша. Он может... Это что такое? Какой-то болт. Да как они прям вдвоем ходят? Это из сложности. Я не понял ничего. День третий уже. Вообще, что происходит? На улицу вышел, она сюда идет? Смотри, гильотина у них. Она работает? Бабуля, ты не хочешь полежать здесь отдохнуть? Че? Понял, понял, понял. Лифт вызвал какой-то. Это кухонный лифт. У нее где-то есть мишка, я, насколько я знаю. Давай, бабуля. Давай на улицу выйдем. Опа. А он камень? И для чего мне? Дед! А дед уже может издалека стрелять, у него дробаш. А еще здесь... Водятся крокодилы, вот в этой канаве. Я это уже проверял. Камни собираются для чего-то. О, вот они меня здесь прибили. И вот этот болт. Ой, да что это такое было? Это вот эта слендерина. Жесть, жесть, какая же, как она пугает. Это просто жесть, ребят. Так, бабуля идет сюда. Я не понимаю, это сложность изи. Что тогда на самой сложной сложности? Что здесь происходит вообще тогда? Где капкан? О, это что такое? Генератор, кабель, генератор. Тише, 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 тише. Дед стреляет, еще капкан стоит. Фу, кабель генератора, подожди. Какого генератора? У нас электричество только в подвале. Ладно, пошли тогда сходим в подвал, пока дед там... Кабель не подключается сюда. Я не знаю, куда этот кабель. Паровоз-то загудел. Наверное, мне нужно все предметы собирать в одно место. Нужно где-то собирать все вещи. Кабель, кабель, генератор. Генератор должен быть на улице, по идее, правильно? Стоять. Нужно на улице поискать. Я сейчас возьму этот кабель и схожу на улицу. Ключ. Ой! На нее нельзя смотреть. Тише, 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 тише. Все, успокойся. Давай вокруг дома осмотримся здесь. Смотри, давай мы вот сюда будем собирать все. Где-нибудь. Увидели меня? Мне хана. Бабуля, но я от нее здесь убегу.
Эй, полегче. Здесь что-то есть. Ты попался. Мне кажется, что мне нужно вообще этих 5 дней подряд умереть, и потом они от меня отстанут. Вот, я уже побитый. Сейчас что, ковылять буду вроде бы. О, ключ от оружия. От сейфа с оружием. Где он был? На втором этаже, да? На этом? Нет, на выше. Так, деда нету. Дед здесь? Реально? Что за ерунда на такой сложности легкой? Что происходит? Бабуль, иди. Там дед уже за мной идет тоже. Капкан-то хорошо. Жесть, какая она черная. Не знаю, горелая что ли. Наверх, быстро. Открываем. Арбалет! Рогатка? Что это? Вот это ручка, ребят. Пошли попробуем на улицу ее поставить. Да что ж ты будешь делать? Ладно, есть другой путь. И мужик этот, дедуля. Тише. Пойду собирать все на кухню, как я и планировал. Так, занесем на кухоньку. Либо вот сюда. Давай сюда. Я в капкан попался. О, оглушил Гренни. Как-то мне выбраться? А, оп. Держать. Бабуля, насколько я тебя оглушил? И ты пошел, минус дед. Мое ружье. Как-то мне не смотри. У меня есть ружье. Чего? Чего? Деда так просто было уложить. Главное, что бабуле пофиг. Она, ну как, она оглушилась и все. А дед сразу спать. Так, кабель пошли тоже все в одно место. Дробаш. О, да что ты будешь? Я только патроны на тебя трачу. Кстати, где-то в шкафу были патроны, да? Бабуля. Привет. О, минус бабуля на 2 минуты с половиной. Вот это шотган делает вещи. Опачки. Так, а я здесь... А что за светится? Полено нужно разжечь. Понял. О, Патрик, еще можно больше брать? Нет, очень жаль. Только по 2. Лифт сюда спускается, да? Или поднимается? Книжечки. А, он снизу. Он снизу с кухни поднимается, по идее. А нет, сверху. Пошли дальше смотреть. Здесь ничего. Напряженные. О, еще патрики. Буду знать. Спички. А что делаю с ружьем? Я без него боюсь тут ходить. Давайте мы будем вот так делать. Спички, это, наверное, нужно принести к тому бревну. К камину. Минус, пацан. Так. Тоже на 2,5 минутки. Спички сюда. Пошли еще патронов возьмем. А, только с шотганом они берутся. Жесть. Так, нужно идти бревно отобрать и разжечь огонь в камине. Вот здесь, да? Бревно на улице. Но еще же наверху что-то есть. Вот сюда. На... А как? Я же выстрелил. И что-то оно быстро ожило. 5-й день. Последний, короче, ребят. Ну что-то уже проясняется. Я много чего подсобирал. Надеюсь, дробаш там лежит. Быстро. А, это вот арбалет. Ну, берись. Так, уже не так страшно. Пошли, они на улицу, скорее всего, вышли. Здесь где-то мой дробаш. Или что уже, дробаша все? Фу ты. Я голову в реальной жизни отворачиваю. Здесь нужна доска, которая стояла. Понял? Вот это что-то не работает. А, вот болт вкрутить нужно. Помните? Внизу. Я пошел. Я за болтом затем. Шуфлядочки ли. Получи, бабулечка, да я пройду. Все. Как мне обойти это? Обошел. В шуфлядке лежит. Бол. Дед. Дедуля, ты откуда так стреляешь-то? А? И доска вот эта, которая мне нужна, положить, пройти. Но. Жаль, нельзя много предметов брать. Я не знаю, почему вообще-то. У меня 2 руки, а не 1. Давай. Есть. Что, заработаешь?
Электричества нету. Кабель. Кабель сюда нужно или нет? Ладно, пошли наверх, посмотрим, что там. Я на крыше. А, за доской, чтобы сходить, да? А где то досточка была? А это что на трубе такое? Чего? Ворона охраняет? А, это монетка, которая мне нужна. Билетик, да? Это жетон. В подвале поезд. Только ворона... Ворона не дает взять. Бабуля пошла. Печь. А, смотрите. Она же на трубе. И это, походу, тот камин. Я его растоплю, и ворона, наверное, улетит. Точно. Только мне нужно досточку вон ту еще взять. Я не убьюсь? Че, умер, что ли? Да ладно, умер. Взял, упал просто. А как ее взять? Не, меня на крыше нашли. Что? Дедуля, не смотри на меня так. А там крокодилы. И что мне делать? Нет, дед, не надо. Да, с дедом не надо шутить, просто... Крокодил съел. Чего за концовка такая? Мне хана называется. Ну что ж, ребят, я предлагаю на этом на сегодня закончить. Пишите ваши небольшие подсказки в комментариях. Дед вообще опасный, вообще сумасшедшая семейка. Вот, также ставьте лайк, если вы хотите, чтобы я продолжил и все-таки сбежал из этого дома. А на сегодня мы на этом заканчиваем. Спасибо за просмотр. Всем удачи, до новых встреч и пока-пока.